Друзья мои, сегодня великий праздник, Крещение Господне. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви, удачи вам и вашим близким. Вот наш храм, неопалимая Купина, село Терлян, Южный Урал, Башкортостан. Вот, друзья мои, приехал я на родник, в низовку родник освященный. Сегодня крещение, святая водичка, видите, какая, на силы дает. Такой родник. В лесу такая красота, тишина. Так вот водичка вытекает с родника сквозь кусты, впадает в реку Белая. Смотрите, там вот денежки. Вот так вот у нас. Такая вот крышка на роднике, он закрывается, освященный родник. Ну, набрали мы водички, сейчас будем возвращаться домой, в наш поселок, поедем на пруд, там Иордань. Посмотрим там. А тут вот такая у нас красота. Такая красота. Погода стоит теплая. Обычно на крещение у нас морозы. А сейчас вот так вот. Градусов 5 всего. Едем. Вот наша Иордань. Ночью здесь было много народу. Люди купались. Раздевалочка сделана. Водичка освященная, наш пруд, люди идут купаться, посмотрим. Вот купаются, молодежь приехала, молодцы. Молодцы, здоровья, здоровья, Божья благодать, святая водичка. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Посмотрите на наш поселок. Такой он. Такой чудесный день. Радость, Божья благодать.
Ну, всем пока. Всем счастья, здоровья, любви, удачи, всего доброго.